читатель, снизу или сверху ты за моей следишь строкой, ты тоже всякий на поверку бываешь, мало ли какой. Да, ты и лучший друг надежный, наставник строгий и отец, но ты и льстец неосторожный, и вредный к случаю квасец. И крайним слабостям потатчик, и на расправу больно скор, и сам начетчик, и цитатчик, и не судья, а прокурор. Беда бедой твой пыл бессонный, когда вдобавок ко всему еще и книжкой пенсионной ты обладаешь на дому. Ни одному бюро погоды спешишь ты всыпать поскорей, хоть на почтовые расходы идет пол пенсии твоей. Добра желаючи поэту наставить, пробуя меня, ты пишешь письма в Литгазету, для правды копии храня. Ты привести мой труд и отдых к научной норме норовишь, о вредных творчеству доходах моих в инстанции строчишь. И то не все, замечу кстати, опасней нет болезни той, когда по скромности читатель, ты про себя в душе писатель, безвестный миру Лев Толстой. Ох, вымол тоже мне писаки, вот не досуг за стол засесть. Да, и такой ты есть, и всякий, но счастлив я, что ты, брат, есть. Не запропал, не стал дитятей, что наша маменька печать ласкает тешесть. Ах, читатель, ах, как ты вырос, не достать. Сама пасет тебя тревожно и уморить могла б любя. А кто-то нужно, то-то можно, а то-то вредно для тебя. Ты жив-здоров, и слава Богу, и уговор не на словах. В любую дальнюю дорогу на равных следовать правах. И помнишь, я свой план невинный представил с первого столбца? Прочти хотя бы до половины, авось прочтешь и до конца. Прочел по совести. И что же, ты книгу медленно закрыл, вздохнул, задумался, похоже. Ну вот, а что я говорил? Прости, что шутка на помине, когда всерьез не передать, как нелегко и эту ныне мне покидать свою тетрадь. И распростившись с этой далью, что подружила нас в пути, по счастью, к новому свиданию уже готовлюсь я, учти. Конца пути мы вместе ждали, но прохлаждаться не досуг. Итак, прощай, до новой дали, до скорой встречи, старый друг.